Известно, кто будет соперничать с Вячеславом Симаковым за пост главы администрации Кирова. Заявления от желающих закончили принимать сегодня. Сам конкурс пройдет 27 октября. Сейчас Вячеслав Симаков временно исполняет обязанности сити-менеджера. Накануне начальник пресс-службы аппарата главы города Кирова и Кировской гордумы Михаил Кирилловых заявил, что у Симакова появились два конкурента. Однако фамилии их не назвал. Но депутат городской думы и член конкурсной комиссии Владимир Журавлев раскрыл тайну. На пост претендуют Николай Большаков из администрации Нововятского района и Николай Богачев. Он в свое время уже выдвигал свою кандидатуру на должность главы администрации города. 27 октября претенденты напишут тест и пройдут собеседование. 31 октября депутаты городской думы утвердят нового градоначальника.